Лекция на тему политика по проведению погонь за транспортным средством. Погони являются одной из самых опасных частей нашей работы. Каждый гражданин или офицер может пострадать из-за нарушителя закона. Психологи утверждают, что с каждой минутной погоней она становится опаснее для окружающих. Для этого и создана политика по проведению погони за транспортным средством. Вы должны понимать, что при погоне вы можете нанести вред не только себе, но и окружающим, которые даже никак не причастны к данной ситуации. Каждое ваше необдуманное решение может стоить чьей-то жизни. Если вы узнаете, какая политика в нашем департаменте насчет погонь, если несколько правил, ну, есть несколько правил, которые каждый офицер должен соблюдать и подчиняться им. Никаких самовольных действий с вашей стороны не должно быть. Вы должны следовать строго по данному своду правил. Сейчас вы узнаете, каких правил вы должны придерживаться. Первое. Нарушение дорожного кодекса. Нередко, когда погоня-водитель, который скрывается, полностью игнорирует дорожный кодекс. Конечно, нашей основной задачей является его поимка, но если все юниты будут нарушать, риск причинения вреда вырастет в разы. Поэтому первым и главным правилом является то, что только правые два юнита могут игнорировать полностью. Остальные юниты могут частично игнорировать дорожный кодекс. Они могут игнорировать скоростной режим, а также, если нет угроз, разрешено игнорировать топ-линии. Блять, ошибка. Второе – это обгон юнитов. Часто бывают такие ситуации, когда ваша скорость выше юнита, который перед вами, и вы хотите обогнать его, но это категорически запрещено. Обгон юнитов разрешен только в трех случаях. Первое, когда вы запрашиваете разрешение на обгон, и вам дают добро, тогда вы имеете право обогнать юнита, который находится перед вами. Когда юнит перед вами сам дает добро, без вашего запроса на обгон, это может происходить, когда он понимает, что ваша скорость больше или у него технические причины. Третье, это когда юнит перед вами попадает в ДТП не серьезного характера и может продолжить движение, но он обязан для начала пропустить тех, кто был сзади него. В других случаях обгон юнита, который находится перед вами, запрещен. Третье, перекрестки. Бывают такие моменты, когда по рации сообщают, что они будут проезжать перед вами. Вы должны пропустить нарушителя, также всех юнитов позади него и присоединиться в погоню с конца. Также есть возможное влияние в погоню, но это сделать можно только в одном случае. Если юнит, который едет сзади, имеет большой отрыв от нарушителя или от юнита, который перед ним, и вы уверены, что вам хватит времени влиться в погоню. Четвертое. Пит-маневры и стрельба. Два самых опасных действия против нарушителя, которое скрывается от вас. Эти действия вы производите, когда понимаете уже, что сдаваться водитель не собирается, и он может причинить угрозу жизням граждан, и вам нужно его срочно остановить. Эти два действия проводятся только при трех обязательствах. Если одного из них нет, проведение их запрещено. Первое. Вы должны находиться за городом или на интерстейте. Второе. Рядом нет гражданских... Нет гражданских, которые могут пострадать от ваших действий. Третье. У вас есть разрешение супервайзера или красного офицера. Если одного из вышеперечисленных нет, ни в коем случае проведение действий не может быть. Супервайзера и красного офицера у нас нету, так получается... Вопрос делайте у меня. Или у старшего состава. Если вы нарушаете одно из правил погони, в вашу сторону могут вести санкции со стороны сержантов.
Вы должны также осознавать, что при каждом вашем необдуманном, извиняюсь, действии могут пострадать люди, и в данной ситуации будет виноват вы и никто другой. А сколько получается в этой лекции? Частей, как-то вот типа, например, а вот так давай, обгон юнитов, это какая, ну типа, это 4, 3, 2, 1, это что вот, каким он промечен, обгон юнитов? Ник спим, просыпаемся, Ник. Ник спим, просыпаемся. Обгон юнит под каким пунктом лежит? Не знаю. Пизда, там он тебя слушает. Да, лекцию слушаешь. Ладно. Под каким пунктом лежат нарушения дорожного кодекса? Ну, лежит нарушение. Поняли, короче. Вот Ник, вот ты, тебе опять задавать? Да все, Ян, я понял тебя, что ты самый умный здесь, и не выебывайся. Я тебе на фраб сказал. Вот. Ладно, вопрос. Исключительно даун характера. В смысле? Тебе, Ник. Блин. Можно ли стрелять в городе с оружием? Ну, типа, если там много гражданских, то, конечно, запрещено. Ян, ты это единственный вопрос, на который ты не ответил. Правильно. Где можно производить пит-маневры? Ник, тебе за городом. Же. Где? Ну, за городом. И все? Не знаю. Не, ну типа за городом, там где типа, ну... Ян, я спрашиваю Ника. Ладно, все, я понял, что знаешь все. Ник, лекция на этом окончена.